каждое слово, даже шутка, которую изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают. И я не устану быть незамеченным, пока вы в поисках наживы зажигали свечи. Привет обеспеченным, куда вы проебали человечность? С ударами по печени заставить верить в бесконечность. Тяжелые увечья стали частью моей речи. И как узнать то время точное, которое всех лечит? Какая наркота, такой вечер? Какие нахуй деловые встречи? Голос подземки безупречен, пароль от паранойи строго засекречен. Вызов брошенной судьбе остался неотвеченным. От правды, как от ломки, выворачивает плечи. Да я не только конченый, я, блядь, остроконечен. Прокладываем путь себе штыками и картечью. Цените грязный секс, где причастие с наречием. Великие художники всегда рисуют желчью. Ты надеваешь наизнанку красоту, но только чью? А там расстреляйте, вяжите к столбу. Я не изменюсь в лице. Хотите туза на лбу, прикреплю, чтоб ярче горела цель. А там расстреляйте, вяжите к столбу. Я не изменюсь в лице. Хотите туза на лбу, прикреплю, чтоб ярче горела цель. Ты принял подливу за суть, и кукла твоя заводная. Сколько лапши на ушах, и та деловая. Давай мети метла, кучу сгребая листья. Перед глазами твоими, походу, яйца повисли. Зачем эти сны? И кто эти мы? Куда мы летим? Или с какой высоты? Кому подать тут воды? Кому еще наркоты? Ваши уста мне солгали, в душу насрали скоты. В чувствах остались следы, мысли нутро и трава. Здесь то, что спасает меня. Кто под чем, кто под кем, кто-то как манекен. Разоделся, но внутри остался никем. Никто не судит себя, кругом одни короли. И ваша дружба печалит, как и в кармане нули. Какой вам, бляди, любви? Все ваше я на словах. Давай кончай свои бредни, оставь мозоль на руках. Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Значит, он хочет, чтобы они были. Значит, он называет эти миллионы. А там расстреляйте, вяжите к столбу, я не изменюсь в лице. Хотите туза на лбу, прикреплю, чтоб ярче горела цель. А там расстреляйте, вяжите к столбу, я не изменюсь в лице. Хотите туза на лбу, прикреплю, чтоб ярче горела цель. Уй-са-си-те. Как же вы все бесите? 9:50 на часах. А чё ты волосы не причесал? Я на костре пожарю сало. МС из леса, ты будешь плясать под стих этот. Это мой метод. Зимой и летом мой совет. Ложить на все советы. Я наизнанку вывернул все свои куплеты. Запомни это, мой рэп не без следа. Хуёвая правда бесплатно рвает гланды. Огромный хуй на елку вместо гирлянды. Ты врубаешь умного, мне похуй твои манты. Твои рифмы сотни серий Санта-Барбары. Одна и та же поебень, что может быть тупее. Я не подяжил никогда, мне было просто лень брать вас в плен. Тысячи причин увидеть дворца палаче. Надо всячески косячить, чтобы вывернуть всех наизнанку. Брачо! Всем поэтам современности посвящается. Тут ходим кругами, но наши слушатели все равно махают руками. Но кто же может мечтать, так как живущий в подвале? Но кто же будет читать? Для улиц вы заебали. И тем, кто дальше грязного района, жизни не видали. Вместо золота носили шоколадные медали. Музыка во мраке светит, как сигнальные огни. И среди гопников найти тут Сальвадора Дали. Для тех, кто никому не нужен и валяется в пыли. Для тех, кто точно не захочет быть такими же, как вы. Бывает так, что судьбы просто утопают в крови. Если ты не ходишь по воде, хотя бы плыви. Мимо всего этого пафоса окольными путями. Даже псина никогда не станет хвастаться цепями. И не важно, где и как там умирают королями. Дождевые черви умирают прямо под ногами. Кто же будет читать для улиц? 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 Thank you.
Кто же будет, кто? Кто же будет? Эти люди кругом голова, но с нас-то не убудет. Здесь каждый выражает свою зиму или лето. Изнутри наружу рвутся тут для улицы куплеты. Для того, кто верит в это, кто нуждается в ответах. Пока тлеет сигарета, где-то тлеет чья-то жизнь. Сколько можно все по кругу, обманув нутро, опять же заставляя себя верить, что я выберусь однажды. Среди нехватки денег в образе нытья и лени, от надменных глупостей людей в полноте сомнений. Осколками мгновений в памяти вгрызаясь в тени, мы оставим голоса набит от скуренных растений. Уйдя не попрощавшись, ничего с собой не взяв, не привлекают ваши ценности, что заживо горят. И кто бы что ни говорил, они лишь говорят. Мы рады здесь тому, что есть, так улицы хотят. Кто же будет читать для улиц? 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 Кто же махает руками? Всегда найдется умница, чтобы читать для улиц. Модные в итоге заебутся, суицид. Специалист же никогда не спит и под любой бит для тебя настраивает жизнь ритм. С ним рядом дым, с ним рядом будь собой самим и передай всем остальным, когда глаза и лица отражают улицы. Стоит задуматься, какого хуя здесь так сложно улыбнуться. Но наши судьбы переплетаются и вьются, иногда так сложно зачитать. Да потому что просто не должно тебя это ебать. Но продолжаю повторять, я продолжаю повторять. Кто будет читать для улиц? Кто будет читать для этих лиц? Для накуренных, убитых, для свободных и небритых, для бездельников и тех, кому нет время для потех. Кто для них будет читать? Когда вокруг всем проще промолчать об этом и запудрить чужой разум своим ебанутым бредом.